Перед началом нового учебного года в Московской области приводят в нормативное состояние пешеходные переходы возле образовательных учреждений. С 9 по 23 августа было устранено в общей сложности 375 замечаний. Особое внимание уделили безопасности подходов к Веденской школе, которая расположена рядом с центральной кольцевой автодорогой. Здесь благоустройство продолжается. Прилегающая к учебному заведению территория будет полностью отвечать всем нормам безопасности уже к 30 августа.